Сегодня в рубрике «Лица города» выпускница гимназии номер 5 Софья Тюрина. В этом году Софья стала единственной выпускницей 11 класса города Конаково, которой удалось получить максимальные 100 баллов по итогам единого государственного экзамена. Предмет – русский язык. Своими впечатлениями девушка поделилась с нашей съемочной группой. Я ожидала результат 90 плюс баллов. С ощущением меня научили писать. Я, в принципе, думаю, тема несложная. Как бы должно много быть сочинений. Насчет теста особых осложнений тоже не было. Ну, было пару вопросов там подумать, а так все. Насчет волнения его как бы вообще не было. Ну, просто приходишь, пишешь и уходишь. Все. Избежать волнения на экзамене помогает хорошая подготовка. Софью в знании родного языка натаскивала Ивета Павловна Чеповская, преподаватель русского языка и литературы 8-й школы. К сожалению, ее не стало в начале апреля, и порадоваться вместе с Софьей достойному результату она не смогла. Она была очень хорошим человеком, добрая. Она любила еще порассказывать всякие истории там, про других учеников там. Впереди у Софьи студенческая пора. Жизнь она решила связать с психологией, а может быть, с медицинской кибернетикой. Время покажет. А пока небольшое напутствие будущим выпускникам. Волноваться не о чем. Волнение, оно не дает ничего, кроме лишних нервов.